решили посмотреть более внимательно на одну из последних моделей мультиварок IPC-FM4521 от компании Redmond. 13 основных программ готовки, включая программу мультиповар. Ультрамодная сегодня в мире мультиварок система MasterFry. Удобнейшая функция MasterChef Lite для изменения параметров в процессе готовки. Встроенные часы и работа в режиме реального времени. Яркий, отлично видимый в темноте светодиодный дисплей. И, наконец, возможность гулять по меню в обе стороны. Именно эти особенности данной модели мы отметили как самые актуальные на современной кухне. Что же еще? Ну, например, коробка с шикарной блондинкой. Информативная, отлично представляет продукт. Упакована добротно, правда без изыска. Сама мультиварка изящная. Пластик с металлом. Выглядит современно, блестит. Но в некоторых местах качество сборки и гладкость пластика... Ай-яй-яй. Комплектация достаточная. Есть практически все. Отметим особо только красочную книжку рецептов и очень достойную инструкцию пользователя. Ручка удобная. Из-за небольшого веса прибор на столе слегка скользит. Кнопки, к сожалению, не сенсорные, достаточно тугие. Мультиварка даже чуть проседает, когда на них нажимаешь. Управление практически идеальное. Придумать ему алгоритм еще лучше, наверное, уже нереально. Совсем простым назвать управление нельзя, но это из-за большого функционала. В каждой из этих 12 программ можно установить свое время готовки. Часы настраиваются просто и к тому же не сбиваются при выключении прибора из сети. Благодаря встроенным часам удобно готовить к назначенному времени. Переход в поддержание тепла по окончанию готовки легко убрать и вновь установить. При любых настройках вы меняете параметры только этими двумя кнопками. Все просто и логично. Ими же ходите по меню, как вперед, так и назад. Это очень удобно. Кнопкой меню входите в MasterChef Lite, где легко вмешиваетесь уже в идущий процесс готовки и меняете теперь не только время, но и температуру. А вот в отложенный процесс так вмешаться нельзя, и это вызывает некоторое неудобство. В программе MultiPower можете экспериментировать до последней щепотки соли. Сами выбираете температуру, сами выбираете время. Одним нажатием можно запустить 13-ю программу «Экспресс». Она варит рис и крупы до выкипания воды, а на чаше с керамическим покрытием, правда без ручек, есть деления, которые помогут вам сориентироваться с ингредиентами. Жалко только, что деление плохо видно. Не нашли мы здесь и функции защиты от детей. Видимо, это новый подход к воспитанию. Что еще можно отметить? Панель управления не заляпывается. Паровой клапан вынимается и вставляется легко, но не слишком. Разбирайте и мойте. Никаких проблем. Открывается мультиварка шустро, даже слишком. Лучше ее придерживать. Если говорить о чистоте и уходе, то верхняя крышка здесь тоже снимается для мытья. Правда, требуется нажать кое-какие рычажки. Весь конденсат с крышки сливается сюда. Придется вытирать. Вход шнура питания расположен сзади, под углом где-то 45 градусов на правую сторону. Учитывайте это при установке. На сладкое мы оставили лифт нагревателя, так называемый MasterFry. Пусть не обижается прославленный Redmond. Опустить еще куда ни шло, но с подъемом туговато. Хоть эти заусенцы подпиливай. Размеры площадки нагрева очень скромные. Не всякая домашняя утварь поместится. Долго думали, для чего вся эта эквилибристика, и придумали. Если ваша основная плита без программного управления, или вы поехали на пикник, где есть 220, то этот лифт пригодится. Пора делать выводы. Свою цену в $70-75
такой замечательный домашний помощник однозначно оправдывает, даже при имеющихся отдельных недостатках.